удалось. Поэтому, надеюсь, все успели эвакуировать. Кошмар. Самолеты, меня бесит. Господи, как же долго есть пожар. Девчонки, что случилось? Мама. Ужас. Не, меня муж не пустит больше на работу. Прям мгновенно пламенем. Мгновенно. Ты посмотри, он с половины самолета сгорела. Все, никого нет. Я надеюсь, все эвакуировались. Блин, два трапа открыли только. Представляете, только эти приехали, пожарные. И он не потушит.